Подготовительные работы к возведению 17-этажного жилого дома на улице Вокзальной в Одинцове начались в марте этого года. Жители улицы всерьез обеспокоены близостью расположения новой многоэтажки. Впрочем, это не единственный повод для беспокойства. Парковочные места, детская площадка, объекты инфраструктуры. Представители администрации приехали на стройплощадку, чтобы напрямую пообщаться с людьми. Я каждый раз, выходя из подъезда, говорю: дети, за руку и прижимаемся, а поток в две стороны. Вы видели ямы, которые стоят и ничем не огорожены? Просто сетка, расстояние 1 метр от дома и до строящейся ямы. Оступился, и ребенок уже в яме, и ты не уследишь. Отвечая на вопросы жителей, представитель застройщика компании «Стройтехинвест» заверил, что парковочные места проектом уже предусмотрены, они будут у дома. Кроме того, возведут паркинг на 500 машиномест. А новая детская площадка из двора 13-го дома просто перенесена во двор 19-го, что вызвало недовольство родителей. Мы сейчас еще с этой строительства поработаем, с застройщиком, да, с вашего позволения. Но с вами мы встречаемся. Вопросы все не будут. Первый заместитель главы округа Михаил Пайсов дал указание компании-застройщику в первую очередь сделать надежное заграждение стройплощадки, чтобы обезопасить передвижение по тротуару. На встрече подробно обсудили все болевые точки и возможные пути их устранения. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».